Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас сетевые бои за Котелькана. Ой, за Котелькана, за Эрона Блэка. Против нас Котелькан. В последнее время я зачастил играть за Эрона, потому что мне нравятся его миксапы. Достаточно много приемов, он вообще очень вариативный персонаж. Так, надо Дискорд закрыть. Раунд 1. Файт! Угу. Опа! А, ну да. Захватываем. Нет. Это не смерть. Он как-то выжил еще. По-моему, звук надо добавить немножко. А, нет, не надо. А, я понял, что надо. Вот что надо. Вот здесь звук добавить надо. Наушниках. Раунд 1. Файт. Кошечка. Не дает, смотри, ничего сделать. Раунд 2. Файт. На, ну постоянно, я понял, в чем дело. Я понял, кажется, в чем дело. Давай бруталочку. О.
Вариативность, миксапы, зонинг. Все есть у него. Не угадал. Он на вейкапах боится захватов, поэтому и блок отпускает. Видите? Пока он это не поймет, он постоянно будет попадаться. Все равно, да, попался. Я думал, что захват смогу сделать. Странно. Ой, зря он это. Он открылся, он когда пальцем показал. Я же не думал, что он так сделает. Я решил ради прикола дропкик прописать. А дропкик у Эрона, он не наказывается. Казание. Ну вот, я говорю. У него ошибка-то одна и та же. Он сгорел просто на этой кислоте. Раунд 2. Файт! Нас... Я пытаюсь с двоечки начать. Ой. Все. Смерть. Я пытаюсь с 2-1-2-1-2 начать, но это же удар высокий, а народ постоянно сидит. Но прикол-то в том, что у Эрона оверхеды тоже есть. Причем у него в комбе 2-1-2-1-2 последние два удара. Это же оверхеды. И можно прям замиксапить жестко. Так, с Джей того. Хорошее начало боя, конечно. У меня в этом плане, да, немножечко дропается комба. Почему он не меняет эту ошибку свою? Ведь он постоянно попадается. Он постоянно пытается влезть, но... Я просто делаю ему стабильно одну поку, и потом влезаю назад 2-2-2. А, ну это, в принципе, да. Хороший вариант был. Ну вот, почему он так делает?
Почему он пытается влезть туда, куда нельзя? Ну нельзя ж туда влезать, зачем он это делает? А хватать я его не хватаю по той причине, что... зачем, типа... О, дропкик против спешила. Такое. Ладно, будем... Ты что, серьезно, что ли? Ты что, серьезно? Дружище. Я буду это делать, пока до него не дойдет. Вот, вот. Все. А теперь я сделаю не двоечку, не назад 2-2-2, а захват просто. О-о-о, надо вырубать. А, надо вырубать, там уже перегрев скоро будет. За комп страшно просто уже становится с такими патчами. Ага, и сгорел. Там реально уже, ну, турбина самолета, а не... Не тепловыделение. Забыл, да, забыл. Короче, ребята, ждем патчи, потому что мне компьютер жалко просто. Такого не должно быть. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Но, пожалуй, хватит, потому что я боюсь, процессор перегреется. Все, всем пока.